Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. Сегодня будем играть в игру под названием Strike Force Kitty. Этой флешке нам предстоит создать своего котенка, всячески его одеть, чтобы спасти принцессу котенка, которую стырили у короля беспощадные... Беспощадные лисички, беспощадные. И мы играем вот за этих 4 катана, которые будут собирать рыбку всячески и нападать на лисичек. Казалось бы, ну что тут простой какой-то раннер, ничего тут интересного такого. Но нет, здесь сделано все очень грамотно, мне очень понравилось, я уже, как вы догадались, чуть-чуть поиграл. И сделано просто все очень классно. Сейчас мы скоро закончится у нас топливо, поэтому наша стамина, и мы просто упадем. Ну ничего страшного, у нас есть уровень, он будет потихоньку прокачиваться. Будем узнавать разные интересные штуки. Вот что, кстати, одна из классных вещей. Теперь можем одевать вещи, которые выбиваем из врагов. То есть мы нападаем на лисички, которые были одеты всячески в разные шмотки, и мы на них нападаем, да. Но мы можем выбить из них шмотку, после чего использовать в том, чтобы увеличить свои характеристики. И это очень классно, по моему мнению. Вот сейчас мы снова нападем на него, и он снова бронил мешочек с шмоточкой какой-то. И что-то эта шмоточка нам даст. Так, не стоило нападать на нее, потому что у нас еще слишком слабые характеристики. Ну, ничего страшного, у нас теперь есть второй уровень. Можем повысить себе характеристики, делать себе разных-разных катанов. Так, а мы, по-моему, что-то еще выбили, нет? Мне казалось, что мы выбили еще какую-то вещь. Ну, ладно. Так, давайте дадим какому-нибудь нашему главному. Пускай наш самый главный будет самый сильный, он, который идет первым самым. Этот у нас будет, не знаю, пускай у него будет много здоровья. Этот у нас будет ловкий. А этот у нас будет... А у этого будет все баланс, наверное. Пускай вот так вот. И пойдем снова, снова. Нам здесь предстоит очень много братьев, он видно локацию. Но флешка офигенная. Один из лучших раннеров, как я считаю. О, выбили себе шапочку. Теперь можем еще прокачать себе. Ух ты, копье выбили. Так, миньон и лисичка-повар. Черт, кажется, мы их не осилим. А нет, возьми вещь. Блин, из нее вещь выпала, но мы ее не смогли взять. Так, ладно, что там выпало? Шапочка, отлично. Говорит, нам можно собрать комплект. И вот это сюда. Теперь он целых 7 атаки. Офигенно, по-моему. Так, опыт пока мы не набрались, но уже у нас 7 атаки у первого. Поэтому просто будет подбегать напросто, и все, и больше никто ничего не сделает. Почему мы не выбегаем? А, потому что я кнопку не нажал. Так. Музычка еще забавная. Ух ты, у нас уже 3 вещи из одного комплекта. Если я никогда еще полностью один комплект не собирал, что это даст, я не знаю. Так, этого опять не осилим, походу. Дай ты хотя бы вещь-то взять, черт ты. Поваришка недоделанный. Так, замечательно. Хоп-хоп-хоп. И этому здоровье просто. А тебе, как всегда, одно и то же. Баланс. Все. Так. А нет, еще одной вещи не хватает. Тут дубинка слабее, поэтому полный комплект я собирать не буду на нем. Пока что. Пока не будет полного комплекта, конечно же. Кстати, лучше не прыгать здесь на начальный, по-моему, больше монеток можно получить, если просто бежать по прямой. Так, на. О, шлем. На. О, отлично, нас выжил наш товарищ. Так, на, отпинайте его, стольких наших катанов порубил. Так, там наверху еще ребята, но мы до них не доберемся, скалку выбили. Так, тихо, ловушка. Ух ты, ключик, давайте возьмем ключик. Нет, нет, о, блин, а, я думал, я возьму ключик. Ладно, вот этого парня, может, сможем одолеть. Воу, он застрелил моего... Ну, мы отомстили, по крайней мере. Так. Скалка. Я думал, она побольше будет, давайте, если она дальше стоит. Так, один, один, один. О, шлем дает... А, нет, стоп. Наш первый дает 2 атаки. Нет. А, ну мы же других можем одеть. Чего-то я совсем забыл. Мы же можем других наших ребят одеть. Так. Держи скалку. Тебе даем панталоны и дубину. Вот так вот. Отлично. Все. Вроде больше ничего не выбивали, поэтому пойдем дальше. Такой бравый отряд просто вообще. Офигенная, классная игра просто. С удовольствием потом сам еще и до конца пройду. На-на-на. Таких бы флешек почаще выпускали, да, в последнее время какое-то затишье в нормальных флешках. Приходится долго искать что-нибудь хорошее. Ух ты, мы убили его, убили! Так.
как нам тут пробраться теперь, так, ловушка. Я думал, здесь ключик будет, но нет, ключика нету. Давайте просто побежим дальше. Не будем с кем сражаться. Черт, кажется, сражения неизбежны, поэтому прыгнули в бездну просто. Так. Отлично, 4-й левел получили. Так, можно снова прокачать нашего мощного. Теперь у него уже 10 атаки. Так. Этого здоровья, конечно же. Этого. А этому всего. Так. Что-то мы выбили. Ух ты, коготки на 4. Отлично. Еще и костюмчик. Воу, вот это да. Вот это крутые вещи. Так, а это кому? Ты давай, тебе там больно голый сверкаешь своим прибором. Так. Все. Let's go. Блин, какой офигенный первый катан у нас теперь. Все, просто плюнуться на удары. Че, кто там на меня? На. Ух ты, банан вывели, отлично. Че дает, не знаю, правда. Ничего. Сейчас узнаем, что там на меня. На, просто с одного удара убиваем этих ребят. Еще какие-то трусы выбили или что-то такое вообще было. Так. Этого с одного? Ох, замечательно, просто... Воу, прям на голову спрыгнул, еще и жив остался один из наших. Хоп-хоп, ничего себе, сколько вещей за раз выбили. Так, а я могу вас перепрыгнуть? Нет, не могу. А зато выбили шапку. Но с этим он не справится, да, не справится. Ну, ничего страшного. Зато сколько всего получили за один заход, сейчас будем переодевать. Это что, это лук? И это лук. Забавно, давайте вот такой вот лук возьмем. Так, шапочка один. Ух ты, вот такую шапку нашему парню надо определенно. Так, а что еще у нас там выпадало интересного? Ух ты, костюм на 5 дамаги. Вот это да. Слушайте, давайте вот этому оденем, потому что это так здоровье дофига. Точнее, у этого так атаки дофига. У этого здоровья более-менее баланс будет. Так, там больше ничего? Больше ничего? Так, вот этого можем теперь приодеть. Что тебе дать? Давай тебе дадим вот такие боксерские труселя. Ту шапку. Уж у нас с китайцем. Так. Что еще? Что еще бы тебе дать? А больше нечего пока давать. Может только банан дать, но зачем? Мне еще один лучник не нужен, у меня есть один уже. Куда еще мне лучник? Так, все, пошли! Какой у нас просто парад. Ничего, классно. Блин, последнюю запчасть все никак не можем выбить из того комплекта. Хотелось бы полный комплект хоть раз собрать. Смотреть, что будет из этого. Вон, сердечко полетело. Ух ты, ключик, что он дает, интересно. Ух ты, меч. Еще одну. Еще один, кажется, этот выбили. Как его? Вау, один кот вообще сверху бегает, что? У него какая-то своя атмосфера началась. Блин, я не смог добраться до того. Ладно, пойдем здесь, может пройдем. На. Где бы пистолет его, слушайте. Дай пистолет, пожалуйста, давай пистолет. Ох, отлично, пистолет. Ничего себе, здесь какие коты. Пила. Из вотчменов. Еще товарищ, забыл как зовут, к сожалению. Так, сундук, отлично. Ух ты, мы выбили голубую маечку. Отлично. Че нам даст это все? Так, катана, 2 урона. Ну, по крайней мере, всяко лучше, чем моя палка. Тем более, что он уже 2 куска от китайца есть. Так, это не будем одевать никому пока. Так, вот это то, что мы выбили. Пистолет. О, пистолет, держи пистолет лучше. Ух ты, на 4-ку. Так, этому вот этому дадим давайте. А это на 2-ю руку, да, держи. Теперь полный комплект. Вот это котяра просто у нас. Вооружен до зубов. Так, еще можно этот прикид кому-то одеть. Давайте вот этому оденем. О, прям какой у нас киллер. Смокинг осталось, какой-нибудь хитмана из него сделать, я не знаю. Мне как не нравится в самом начале под такую музыку, когда наш народ выбегает, это просто вообще... Не выбили последнюю. Не везет она на последнюю часть из этого комплекта, к сожалению. Так, тело выбили бронированное. Так, шапочку повара. Так, тут тоже что-нибудь интересное, надеюсь. Нет, ничего не выпало. Так, тихо, ловушка. Так, теперь этих ребят, давай, хоть вниз. А, черт, не получилось. О, давайте на него. Черт, он застрелил одного, кажется. Двоих застрелил. Не ожидал от него такого. Так.
О, один наш прикрывает, другой стреляет. Отлично получается. Кстати, стреляет что-то медленно для таких характеристик. Так, этого, этих... О, одного хотя бы. И второй нас порезал. Kill Bill, чертов. Так. Так. Что мы выбили? Где-то дальше находится, что ли? Или я что-то не вижу? Что мы выбили? Это что ли? Давайте оденем просто по приколу, что ли, так, да? Такой костюмчик и будет. Разница от старого-то вроде никакой. Все, пошли. Шапку по первому поменять, по нашему самому главному. Но пока еще не было шапок, достойных его. Бам-бам. Ох ты, очки вывели. Может быть, они не подойдут. Как шапка нашему главному. Или вот еще шапка обычная. Кстати, она очень даже подошла по внешнему виду нашему товарищу. Ох, успели. Опять мы как-то разделились. Воу, нападение сверху. На, не ожидал такого? Отлично. Блин, прикид не выпал все-таки. Эй, почему всего один остался? Он же не сможет в одного осилить их. Все. Не сможет, к сожалению. Да, пасхалок, вернее, персонажей. Здесь очень много, какие уж на них там шмоточки одеты. Так, это что нам дает? Это атаку заберет, ну, даст здоровье. Ну, в принципе, можно оставить такую. Ничего плохого в этом не вижу. Так, ладно. Зато какой он крутой теперь, того стоило. Мне кажется. Так. Ну что, получу я сегодня хороших вещей? Нет. О, какой-то... А, это щит вроде. Или сковорода, не знаю. Ух ты, еще мы и свитер выбили этот. Так. А вот с этими ребятами, по-моему, всего чуть-чуть дрались. Которые в самом низу. Ключиков больше не видно. Интересно, почему. Или он всего на один раз здесь появляется, хотя он рандомный. Ах, потеряли одного. Вот это прикид. Вот это вот стоит нам одеть. Так, давай, давай, тащи, на, все. Тарантарантан. Слишком мало здоровья у нашего парня, не выдерживает он такого дамага. Так, зато шестой левел. Кстати, я шанс не прокачивался или это за шестой давали, я просто, может, не обращал внимания. Так, дамаг, здоровье, ловкость, все по чуть-чуть. Так вот. Черт, нет. По-моему, шапка, которая одета на нем, посильнее будет. Да, посильнее, зато как он выглядит. Ладно, это будет заканчивать. Надеюсь, вам понравилась флешка. По-моему, она офигенная. Вообще супер, по-моему. Обязательно поиграйте сами. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Там есть мой сервер Майнкрафта. Плейлист по всем флешкам и много всего другого интересного. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, всем пока!